хочешь пойти со мной на свадьбу моей сестры? Твои родители будут? На свадьбе дочери? Наверное. Это слишком серьезно. Это я. Прежде чем судить меня, вы должны понять, моя личная жизнь была не супер. У меня дверь захлопнулась. Можно позвонить? Когда все знакомые парни куда-то испаряются, девушка, которая выходила из твоей квартиры, могла бы помочь тебе с дверью? Мне просто не хотелось ее обижать. Пора взглянуть правде в глаза. Сколько надо перебрать парней, пока встретишь нужного? 96% женщин, у которых было 20 и более любовников, не могут найти мужа. 20? Что-то многовато. Нет, мало. Я буду спать теперь только со своим будущим мужем. Это мерзкий Дональд. Я встречалась с ним. Дональд? Это ты? Это моя невеста Кара, научный работник. И я за ученого выхожу. Он тоже туповат на вид. А может, все мои бывшие парни стали лучше? Ты поможешь мне найти моих бывших, а я тебе сбегать от твоих бывших. Идет. Как насчет Джерри Перри? Он кукловод и значит холост. Нам надо о многом поболтать. Как дела, парни? Привет, детка. Клево выглядишь. Знаешь, кажется, я уже наболталась. О, боже. Как насчет Саймона Форестера? Элли, рад тебя видеть. Саймон, поверить не могу. Это Колин, но он очень спешит. Я не спешу. Что случилось? С моим британским акцентом ничего не вышло. Ну чё, потанцуем? А? Поужинаем сегодня? Ты выискиваешь своих бывших, чтобы не было больше 20? Остановлюсь, как только влюблюсь. Ух ты! Знаешь, если бы не ты, я бы так и не понял, что я гей. Оу. Да! Кажется, что только моя жизнь остановилась. Ты не знаешь, что тебе нужно. Ты себя-то не знаешь. Я пойду на свадьбу сестры одна. Я пойду с тобой. Правда? Да. Иногда не надо жить по правилам. Надо самой разобраться во всем. Знаешь, что я не идеальна. И я хочу быть тем, кто будет ценить меня. Барретт, я Элли. Да? Не припоминаю. Мы встречались месяца 3. Ну и как у нас дела? Оу, Элли, ну конечно. Сколько у тебя?